По-бразильски Саенко. Не получилось. Еще одна попытка. Вот сейчас неплохо. Фати подключился. Отдает Саенко. Саенко на фланге. Идет на Янбаева. Оставляет Фати. Убирает Гатагов руки за спину. Как бы чего не вышло. Подача. Опасно. Фининью отбивал. И выручает свою команду все тот же Рудольфа. И снова он с мячом. Надежен. Надежен. Капитан Локомотива. Сегодня два капитана, два центральных защитника. Радольф у Локомотива, Яранок у Спартака. Пас, положения вне игры нет, но надо забивать. И это делает Александр Минченков, используя, наверное, первую свою возможность в сегодняшнем матче. Посмотрите, блистательная комбинация. По-моему, это вот передача была из глубины, отсюда слева от Кузьмина. Сейчас посмотрим повтор этого момента. И свой Юрий Палыч радуется. Нужен фундамент. Нужен фундамент для его будущей команды. И вот сейчас на глазах своего тренера уверенно этот фундамент футболисты Локомотива создают. Да, это пас очень неплохой, а даже, скажем, великолепный пас Кузьмина из глубины поля со своей половины. Вот смотрите. Ну, не своей половины, это уж я загнул. Но длинный, длинный пас. Наверное, защитники Спартака среагировали на то, что вот там, если увидите, слева позицию вовне игры занимал Сычев. Они вроде бы оставили Сычева у себя за спинами.